Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту CarAdBest. Это сервис активной рекламы. Я его вчера проверила на вывод, протестировала рекламку. Все замечательно, все работает, и вывод, и по рекламе есть результаты. Значит, вывод. Я вчера выводила 5 рублей 30 копеек 1 декабря. Переходим в историю на кошелек. 1 декабря перевод выполнен с учетом комиссии 5.25. Выплата. Комментарий с CarAdBest. Платит инстантом, но один раз в сутки. Я вечером выводила, значит, вечером я смогу еще сделать вывод. В данный момент у меня на вывод 2 рубля 62 копейки. Напоминаю, что здесь заглушка 2 рубля. Также у меня теперь активен кран. Кликаем по баннеру. Кран. И вот я получила бонус 1 копейку. Так, теперь по рекламке. Кликаю серфинг. Здесь купить я вчера показывала, как вот здесь кликаем редактировать. У меня еще осталось 40 просмотров. Я закидывала сюда 10 рублей. И все замечательно, друзья. Я рекламила вот этот проект. Ко мне пришел человек 1 декабря. Реферал он активный. Как бы у меня идут начисления и комментарии. Здесь вот написано, откуда он пришел. Как мы видим, CarAdBest. Значит, все замечательно. И рекламка работает, и вывод. Также есть чат. Будут вопросы. Задавайте вопросы, пожалуйста. Вот. Ну, в принципе, это все, что я вам хотела показать. Радует то, что реклама работает, как бы, потому что я в первую очередь его рассматривала как рекламную платформу, чтобы рекламить свои проекты. Вот, всем удачи, больших заработков, до новых встреч!